В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертных исследований. По факту смерти двух жителей Цельнинского района в результате отравления газом возбуждено уголовное дело. Утром 15 декабря в квартирах дома по улице Пионерской рабочего поселка Цельна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти предварительно явилось отравление угарным газом. Также несколько жителей многоквартирного дома госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным Министерства здравоохранения, всего в результате происшествия пострадало 9 человек. 7 человек сейчас находятся в медучреждениях. Четверо из выживших – дети. Они получают лечение в Ульяновской областной детской клинической больнице. Трое взрослых доставлены в Ульяновский областной центр специализированных видов медицинской помощи. Двое мужчин, одна женщина. Все они находятся в реанимации. Мужчина с женщиной в тяжелом состоянии, муж с женой, но с положительной динамикой небольшой. И мужчина 2000 года рождения сейчас также находится в реанимации под кислородом, но с хорошей положительной динамикой, в полном сознании. Также для улучшения состояния пострадавших запланированы телемедицинские консультации со специалистами федерального центра. Кроме того, на месте происшествия также проводит проверку прокуратура. В связи с произошедшим прокуратура Цельнинского района Ульяновской области проводит проверку деятельности должностных лиц, специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектом требований техники безопасности обеспечения. Будем надеяться, что в ближайшее время все пациенты пойдут на поправку и все обойдется без осложнений для их здоровья. А правоохранители выяснят точную причину произошедшего и при необходимости ее быстро удастся устранить, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Управда ТВ.